Поки джукшин метокчам, прира приншинин дельген пади, сангиршим думикте уварги, дрогу нам дакшин ладжу паршо, едам гуру ратна мандала камнира ятаями, чудан соки чок намла, джанчу баду датник я в сучи, таки чуньен гипей сунамки, дролар принчир сангету паршо. Чудан соки чок намла, джанчу баду датник я в сучи, Дайки чуньен гипей сунамки, Дролар пенчир сангету паршо. Чудан соки чок намла, Джанчу баду дакник яп сучи, Дайки чуньен гипей сунамки, Дролар пенчир сангету паршо. Готовьтесь к медитации, пожалуйста. Да. Я сначала скажу пару слов, о чем будем медитировать. Будь здорова, Марина. И мы будем медитировать. Вам нужно будет в этой медитации подумать о людях, которые причинили вам много боли в вашей жизни. Мне кажется, у каждого есть такой человек, один или два, вот выберите из вашего списка. Гешела говорил о том, что он выбрал того, кто пишет ежедневно про него гадости в интернете. И этого человека мы прощаем по-буддистски. Что это значит? Это значит, мы понимаем, во-первых, пустоту его, а во-вторых, мы... Да, где там откроют свет? Здесь там была история, я вам про нее не рассказала. Здесь была история о короле. Я ее не записала, но расскажу, как я помню, чтобы просто вы понимали, о чем эта медитация. Был, значит, король. У него было много жен. Ну, как бывает у королей. Вот. И... В общем, если говоря коротко, то пошли они все гулять. Король сел под деревом, да и заснул. Вот. И спал он долго. А жены, значит, его королевы, они пошли дальше гулять, цветочки там собирать, ля-ля, ля-ля, такие. Вот. И увидели они где-то вот там рядом человека, монаха. Сидит он под деревом, медитирует. И они очень заинтересовались, такие, а что ты делаешь? А что вот это вот, ну, расскажи нам. И этого человека звали мастер терпения. Мастер терпения. Или мистер пейшент. Да, наверное, мистер пейшент. Да, мистер терпения. Ну, в том смысле, что вот он так... Не злился. И не... Да. И он стал учить их медитировать.
или что-то типа того. И, в общем, король проснулся, увидел, что его королев нету рядом, и он такой понял, что-то здесь не так. Пошел их искать. Увидел их, они сидят с каким-то мужиком. Ему это не понравилось. И он стал разбираться. И королевы его увидели, поняли, что что-то сейчас будет не так, и убежали. Но они его знают уже. Вот. Они все-таки жены. И, значит, король говорит, ну что, тебя как звать, мужик? Ну, примерно так он и сказал. И этот говорит, ну вот мистер терпения, я. И король, ну, такой злой, говорит, сейчас посмотрим, какое это терпение. И стал отрезать ему пальцы, один за другим. И такой отрезал парочку и говорит, ну как, говоришь, тебя звать? Он говорит, мистер терпения. И король отрезал ему ноги, руки, нос, все отрезал. А этот монах, он не, ну, никак на это не реагировал и продолжал сидеть в своей медитативной позе. И король, значит, такой злится, и все это продолжает делать. И были духи, мы это переводим как духи. Нет, духи, много их было, которые это видели. Они, значит, такие вокруг летают, видят, такие, о, смотри, ну, такие там с попкорном, типа, смотрят кино, типа, смотри, как король ему все отрезает, а он сидит и не злится, ха, прикольно. Вот. И они, значит, подлетают к этому монаху и говорят, слушай, какой-то противный король, ты только скажи нам, и мы уничтожим этого короля, мы уничтожим всю его семью, мы уничтожим весь город, которым он правит. Только скажи, только типа подмигни нам тем, что у тебя осталось. И король, монах им отвечает, что нет, мне это не нужно, я не, ну, никак не, никакого негатива нет к нему, и кроме того, я не хочу мстить его невиновной ни в чем семье и городу, мне это не нужно. И, в общем, эти духи все равно поступили, как они хотели, потому что им было прикольно. И они наслали чуму, или такую, в общем, болезнь, которая всех убивает. Мор. Мор, да. И народ стал вымирать, и люди стали умирать в этом городе. И король понял, что что-то здесь не так. Что, наверное, что-то он сделал нехорошее. И... В общем, дальше он сказал делать всем тормы, такие подношения для духов, как бы, да. Вот. И эта история про этого мистера терпения. Также у нас была, я не помню, я рассказывала или нет, или ты рассказывала второй камалаше, или про тигра. Как кормил своим телом тигр. Я сейчас не могу это рассказать точно. Ну, в общем, хорошо, расскажу в другой раз. В общем, история это о том, что этот монах, он не то чтобы не разозлился, и, да, и король пришел к нему просить прощения, он понял, что что-то он натворил, и он понял, что, ну, типа, что-то там город умирает, люди умирают, и что-то вообще все плохо. Пришел просить прощения у этого монаха. И говорит, типа, ты меня простишь, я вот, ну, понял, у тебя вон рук нет. И там еще забавная ситуация, что написано в Писании, что король пришел и упал ему в ноги, дотронулся до его ног. Ну, наверное, это ошибка, потому что ног-то он ему отрубил уже. Вот, и как бы ног там нет. Это шутка. Вот. Вы чего? Алло! Все нормально? Громче. Хорошо. И монах говорит, я на тебя вообще не обижаюсь, я, ну, как бы меня не, никак не трогает, что там, у меня все нормально, как бы у меня все хорошо. И король не понял, такой, в смысле, я же тебе отрубил все. Типа, ну, извини меня, говорю. И монах тут разозлился. И говорит, ну, если ты не веришь, то проверь, вот моя рука. И он поднимает, значит, обрубок руки, типа там кровь. А вместо крови течет молоко. Вот. И он говорит, смотри, у меня все нормально. Король такой, ну, блин, все-таки я как-то неправильно поступил, наверное. И монах говорит, такой,
задолбал ты меня, король, и говорит, вот если это правда, что я ни разу не разозлился на тебя и не обиделся, то пусть все части моего тела соединятся. И так, и он такой целый сидит, продолжает дальше. Вот. Тут король такой, типа, блин, я понял, это ты издевался сам надо мной, это не я над тобой издевался. И тогда таким образом монах, как бы король, когда обрубал вот эти части монаху, он создавал мощную кармическую связь с этим монахом. Негативную, но создавал ее. То есть, что они еще встретятся много раз в будущем. И этот монах сказал, что тем, что ты создал вот это, тем, что ты причинил мне столько боли, тем, что ты навредил мне так сильно, ты будешь первым, кого я буду учить, когда я стану Буддой. Ты будешь моим первым учеником. Вот. И это был наш Будда. И сейчас мы будем делать медитацию, в которой вам нужно будет подумать о людях, которые причинили вам много боли, о человеке об одном. Угу. И вот Гешла говорит, что он выбрал того, кто про него пишет плохие вещи в интернете. И это вот, вот это такой прием просить по-буддистски, когда ты будешь моим первым учеником. Я тебя первого обучу, когда я стану Буддой. Благодаря той кармической связи, которую ты создал со мной, причиняя мне столько боли. И я не буду мстить. Мне очень больно, мне очень плохо. Но я притворюсь, что все нормально. Хотя, может быть, сейчас это не так. И в этой медитации я не буду ничего говорить. Вы знаете, что вам делать. Просто примите решение. Ну, на самом деле так делать. Не просто типа сказать там, а, хрен с тобой. А на самом деле, как бы сказать ему, что благодаря этому ты будешь моим учеником. Я тебя первого буду обучать, когда я стану Буддой. Садитесь ровно, прямо. Проверьте, что ваше тело симметрично. Старайтесь вообще не двигаться, принять позу и в ней замереть. И вы знаете, что вам нужно делать.
Представьте, что вы стали Буддой. Прочувствуйте это состояние. И вы сидите где-то. И представьте, что этот человек заходит. И он первый, кого вы обучаете. Сделайте 3 глубоких выдоха и отдайте эту прекрасную карму. Можете открывать глаза и потянуться. Так вот, мы продолжаем с того места, где мы говорили, помните, про медитацию с капельками и с Вселенной. И мы закончили на том, остановились, что на расщеплении вещей, что вещи исчезают, когда вы их начинаете расщеплять, все, уходить все глубже, глубже, глубже. И они как бы исчезают, когда вы расщепляете их на совсем маленькие-маленькие-маленькие, и получается, что там ничего нет. Но они появляются снова, когда вы вспоминаете, что они происходят из семян. И это то, что как бы их склеивает обратно, это понимание. У них нету третьей книжки? Угу. Понятно. Ну, в общем, следующая ваша медитация, которая на самом деле первая, это океан и капля на стакане. Нет. Так вот.
Да, там чашка кофе или сока и то, что вот капелька, которая свисает или висит на одной стороне. И вот она осталась после того, как вы ее пили, ее кофе, его. И мы просто напоминаем. Мы здесь говорили о том, что вот этот океан, Тихий океан, огромный, глубокий, синий, голубой, этот океан и маленькая капля на краю стакана, это все создали вы. И это как бы одно и то же. Вы создали и то, и то. Просто океан чуть раньше. Ну, несколько миллионов лет. Вот. То есть миллионы лет и 10 секунд. Это все создали вы. Это все происходит оттуда же. Но вы не можете их увидеть, когда расщепляете это, когда вы уходите прямо вот в самую-самую глубину, когда из чего это состоит, из чего это. Помните, мы про атомы говорили. И получается, что нету, мы еще говорили про машину Рави, что нет машины Рави на парковке. Вот, кстати, ее сейчас там правда нет, но это не важно, потому что он приехал. Но если бы она там была, допустим, она там сейчас стоит, если мы это все расщепляем, то она как бы исчезает. Но она снова появляется, когда мы понимаем, что она там есть только потому, что, ну, Рави подвозил людей раньше, и вот она, его машина там стоит, поэтому, только поэтому. Хорошо, кто-то кивает. Хорошо. И вы можете это проверить. То есть, опять возвращаясь к той идее, что... Я помню об статье, я намекаю. Не всегда, когда учитель злится, он на самом деле злится. Иногда он делает для того, чтобы ученик что-то понял. Вот. Если вы вдруг решите, что машины там нету, и все происходит вот вокруг, и это все пусто, и вы такие, блин, все, ничего нет, и вы там, я не знаю, расстроились или обрадовались, наоборот, то вы можете это проверить. Если вы встанете перед машиной Рави, когда он на вас поедет, и он вас собьет, и вам будет больно от того, что машина Рави вас сбила, тогда вы, ну, как бы, наверное, почувствуете, что все-таки она существует, нога болит. И вот счет из больницы, он будет тоже реальным, который вам нужно будет оплатить реальными деньгами. Правильно? Итак, вот, это пелмагомпа. То, о чем мы с вами говорили. Это когда мы идем от большого к маленькому, от маленького к большому, так туда-сюда. И это метод квантовой физики. Там они, как сказал Геш Майкл, я про это не очень знаю, они рассматривают поведение как бы Солнца, поведение каких-то огромных объектов на примере прям маленьких атомов. И есть... Вот, да, вот есть классный метод в науке, они разбирают то, как работает Солнце на примере атомов, то есть именно как оно взаимодействует с другими планетами на примере маленьких вот этих вот там, которых мы даже не видим. И рассматривая такие огромные вещи, как Тихий океан, вы можете понять капли воды. Будда расщепляет все. И это, кроме того, это старый медитативный трюк, когда вы идете от маленького к большому, от большого к маленькому, и когда тогда ваше сознание становится сфокусированным. Вы не, ну, вряд ли вы сможете потерять здесь что-то и начать думать о чем-то еще, потому что это на самом деле интересно. Просто вот фокусироваться на чем-то очень маленьком, потом идти к чему-то огромному. И это делает сознание сильным, тренирует его. Вот, то есть, если вы устали от того, что вы фокусируетесь на планетах, у вас нет сейчас этой медитации, ну, напишите ее, что она вот капелька воды и Вселенной, и медитируйте о ней дома. Сейчас открою картинку, чтобы мы посмотрели. Хорошо. А в скайп людям скину сейчас. Скайп Скину вам сейчас скинут. ссылку. Хорошо. Спасибо. Так вот, если вы фокусировались на планетах и делали эту медитацию хорошо, но надоело вам,
Сфокусируйтесь на капельке воды, которая свисает с вашего носа, пока вы медитируете. Потому что, когда вы медитируете, вы не должны двигаться. Вот. И если капелька есть, она должна упасть. Вот. Шутка Геши Майкла, почему вы не смеетесь. Итак, есть еще медитация четырех пространств. И в ней также можно представить сознание большого создание большого взрыва и Земли, как она только создавалась. Потому что вы также виноваты в том, что это случилось миллионы лет назад. И вы виноваты в это так же, как вы виноваты в муже, который кричит на вас на кухне. Это как бы вот одинаково. То есть вы создали землю, на которой он стоит и кричит на вас на кухне. Вот, так что не думайте, что только муж. И это все возвращается к идее рая. Помните, мы говорили про рай? К идее большого видения. Камалашила возвращается здесь вот к этому. И пусть ваш ум как бы позволяет себе видеть далеко. Вот по-английски можно сказать think big, типа думайте как глобально, вот типа того. То есть не зависайте, не фокусируйтесь очень сильно, не уходите в ваши проблемы, там, я не знаю, с собакой или, я не знаю, с мужем или что-то такое. Потому что большие вещи происходят. Подумайте о том, как это... Привет. Как это вот этот ваш муж или ваша собака, у которой что-нибудь болит, влияет на, не знаю, на планеты, на все, что происходит в мире глобально. Подумайте, что никакого значения это не имеет. И потом, это про то, как использовать эту медитацию как бы в жизни. И потом, когда вам надоело фокусироваться на глобальных вещах, фокусируйтесь на маленьких вещах. Например, ваш босс на вас кричит, и вот он кричит, и он открывает рот, и у него вылетает слюна изо рта. И фокусируйтесь на этой слюнке. Вы ее тоже создали, эту слюнку. Да. В общем, не застревайте на уровне, когда вот кто-то вам делает больно или когда что-то плохо. Переключайтесь туда, вот с маленького на большое, с большого на маленькое. И дальше Гешла говорит, самая классная вещь, когда вы видите пустоту напрямую, можно на мой телефон, вот он, сфотографировать в смысле. Когда вы видите пустоту напрямую, вы увидите всех живых существ, абсолютно всех. И у вашего ума уже есть способность видеть их. Кажется, это интересная идея. У него уже есть способность видеть всех живых существ, даже самых маленьких, даже тех, кто в океане, даже самых, прям вот, которых, может быть, не очень видно. В любом мире в одно и то же время вы сможете увидеть всех живых существ во время восприятия пустоты напрямую за 5 минут. Потому что, почему? Потому что ваше сознание, оно нелинейное. На самом деле мы не думаем, как бы так, мысль. Оно так не работает. И ваше сознание имеет способность быть как бы таким мультизадачным, думать обо всем. И когда вы, в тот момент, когда вы увидите пустоту напрямую и переживете свой первый опыт бодхичитты, вы просто увидите лица всех живых существ, потому что вы их любите. И это главная мотивация. И потому что любовь так велика, что вы увидите каждого. И это та бодхичитта, о которой мы говорим здесь. Вот. Мы сейчас на новой секции. Это 11-я. Сколько всего их? Нет. Еще варианты. 18. Вот. Это, да. И 12 из них, как бы, как говорит Гешла, самые важные. Они называются антидоты. И мы на 11-м сейчас.
Это там, где Будда повторяет вопрос. Если вы видите кого-то, у кого есть знаки Будды, является ли он Буддой? Нет. Нет. Хорошо, почему? Потому что это знаки. Угу. Да, потому что это знаки Будды. Причем здесь Будда, говорит слегка. Хорошо. Только сознание склеивает их вместе. То есть только если вы благодарили Будд в прошлом, помним там сколько, много-много Будд, тысяч и всякое такое. 280. Только, да, 280. Только 280 тысяч Будд, да. Только если вы создали эту карму благодаря этих Будд, только тогда ваше сознание склеит эти знаки вместе, и вы увидите Будду. Вот, секция закончена. Она короткая. Секция 12. Вирья, что означает усилие. Это про то, что буддисты усердно работают. Ну, как бы work hard, но я подумала, что усердно лучше, правда? Учитель Гешела часто упоминал их соседа, который вот жил рядом с ними и очень долгое время, ну, ежедневно проводил под своей машиной, чинил ее, там что-то делал, ковырялся в ней. И учитель говорил, что вот это вот тяжелая работа, но только это не вирья, потому что это работа без толку, это просто трата времени. Усилие означает, скажите, цинган, гела, чоа-о. Цинган, гела, чоа-о. Это говорит Шантидева, что тяжелая работа в этом смысле означает получать удовольствие от того, что вы делаете хорошие вещи. И эта секция, 12-я, о том, как научиться преодолевать усталость. Например, вы устали от того, что вы вот стараетесь терпеть своего мужа и стараетесь не ругаться на него, когда он на вас кричит на кухне. Когда, ну, вот уже задолбался, когда уже хочется что-то ему сказать в ответ, он такой: «Нет!» И это вся секция о том, как не научиться не уставать. И вторая часть, она о том, как не иметь неправильных идей о том, как не уставать. То есть, типа, я не устал. Я не устал. Помните, да, мы это разбивали? Как я сделал это и выкинула. Потому что это происходит из ваших семян. Не уставать и одновременно понимать, почему вы не устаете. И здесь из-за силы учения вот этот молодой монах Субутти, как мы его называли, начинал плакать. А потом он вытирает слезы и говорит: «Это сутра, он называет здесь, это презентация Дармы, она потрясающая, просто вот классная». И он говорит: «С того момента, как я познал мудрость, я никогда не слышал такой классной дармы». Что означает: «С того момента, как я увидел Бастату напрямую, я никогда не слышал таких учений». И здесь главная мысль в том, что ценить то, что происходит в сутре, это помогает, если вы видели пустоту напрямую. И даже тот, кто видел пустоту напрямую, он говорит: «Блин, ну это же классно». И он говорит, Субути говорит, что он никогда не слышал таких классных учений, потому что здесь все о пустоте, каждое слово о пустоте. И он начинает плакать. И он говорит, что: «Будда, ты сделал всю сутру для бодхисаттв арий, и я ожидала этого, это что-то особенное». И, в общем, мы называем третью часть «Слезы арии». Мы называем. И это означает, что действительно ли вы понимаете, что каждое слово в этой сутре
о пустоте. Потому что Будда не сказал ни единого обычного слова. И вот сейчас мы недавно говорили, что иногда у Будды была возможность сказать о том, что он действительно хотел сказать, когда у него была подходящая аудитория. Как в Diamond Mountain, например, или как здесь. И он говорил только о пустоте. Это как вот в Diamond Mountain или в Мексике, или где-то еще на ретритах, когда говорит о пустоте, о пустоте, о пустоте, о пустоте. Потому что, ну, типа там пустыня, сложно добраться, все такое, ну, замкнутое пространство, и люди готовы. А потом Будда едет в Десяй-тур и говорит, ну, будьте хорошими людьми, не делайте плохих вещей. Вот. Будда хочет говорить только о пустоте. И использует все возможности, когда он их имеет, и тогда он говорит о пустоте. И, как сейчас было сказано недавно, если вы видите, что он говорит не о пустоте, а о чем-то еще, то это означает, что что-то пошло не так. То аудитория была не готова или что-то там, ну, что-то не так было. Так вот, Будда не сказал ни одного обычного слова. И, ну, как бы, как самая главная цель, для кого он это говорит, это аудитория. И та аудитория была особенная. И еще чего хочу сказать, что вы особенная аудитория. Ну, потому что раз, два, три, четыре, пять, шесть, а там девять с Мариной и со мной. Ну, как бы вот столько нас людей, которые пришли в субботу с 8:30 утра в большом городе Москва, где можно сходить в кино, там, ну, на два сеанса, по крайней мере, за это время уже успели бы. Вот, новый фильм вышли, можно пойти было вчера тусить целую ночь, правда, пятница? Вот, и с утра не вставать в 8, ну, даже раньше, сколько там, в 7 встали, наверное, да? В 6. Вот, то есть, ну, как, либо вы очень странные, либо очень классный. И, скорее всего, второе, правда? Потому что, на самом деле, вы одни из сотен миллионов людей. Ну, подумайте о том, сколько людей в мире, а еще о том, сколько живых существ в мире. И сколько вас здесь в этой комнате. И подумайте о том, насколько вы, вот конкретно вы особенный, и вы. То есть это не просто типа комплимент, потому что я хочу, чтобы вы приходили ко мне на Камалашиву, я хочу, чтобы вы оставались. Ну, потому что это так, подумайте просто об этом, и вы поймете логически. Гешла говорит, что вы круче, чем олимпийские чемпионы, потому что, ну, кстати, получить олимпийскую медаль, ну, типа, ну что, иди там, занимайся и получишь. Ну, как бы это доступно, в принципе, всем. То есть нельзя сказать, что вот кто-то не сможет сделать, если очень-очень захочет. Но быть сейчас в этой комнате — это еще более редкая возможность. И вы очень редкие. И когда вы делаете эту медитацию... Нету, да, медитаций, картинок? Я что-то второй раз пытаюсь отправить. Бой идет сейчас в группу. Вы не показываете там? Нет, не показываю. Хорошо. Поверни компьютер, покажи. А у меня нет. Я без картинок делала. Да, я просто занятие делала. Давай. Ну, он записывает сейчас. Нужно было мне книгу мою принести. А я словами пишу, о чем вам нужно думать. Просто запишите, о чем вам нужно думать. Да, потом посмотрите картинки. И здесь вам нужно думать. Нет, не о том, какие вы классные. Погодите. Во-первых, вы классные, но сейчас как бы отступление. Потом вы об этом подумайте тоже. Вам нужно в этой части подумать, сколько всего вы помните из этой сутры. Какие части вам запомнились? Вот про то, как пальцы отрезал король монаху, или про что-нибудь еще, может быть.
Вот какие-то просто вещи, которые вам запомнились. Просто вот посидите и подумайте об этом в медитации. И потом задайте себе вопрос, что, например, та история о короле, который резал пальцы, это все тоже о пустоте. Почему? Он сказал, что если бы тот, кому резали пальцы, если бы он не понимал пустоту, то он бы расстроился. Этот монах, если бы он, ну, думал, что король сам гад, то он бы наверняка расстроился. Как это относится? Нет. Это как понимание, которое как бы срывает мое плохое семя в прошлом и влияет на то, что прорастет сейчас. И в течение этой медитации подумайте просто о тех частях, которые вы помните, и подумайте о том, что, ну, в смысле, как это о пустоте, что в этом о пустоте, и все ли в этом о пустоте. Вот, и в течение этой медитации, если вы немного всплакнете от того, как вы круты, ну, в смысле, что как какая-то ценная возможность, как это классно, что вы можете это изучать, то это нормально. Вот, если вы не всплакнете, вы можете просто порезать лука. Жутко. Лопата. Вот. Но если у вас появятся слезы, если вы будете плакать действительно искренне, то здесь важно не гордиться и быть очень осторожным. Потому что когда у вас есть реализации, когда что-то случается очень крутое в вашей медитации или просто в жизни, не испортите это тем, что такими мыслями, типа, я такой классный. Типа вот такими как бы эгоистичными. Потому что вас тогда выбросит. Мы помним про это, да, про поток. Вас выбросит, и больше не будет таких реализаций. Ну, очень долгое время не будет. На один крутой день медитации у вас будет 10 дней плохой медитации. Это нормально. Так вот это бывает, работает. И, ну, не удивляйтесь. Так, ну, если вы медитируете, то вы знаете об этом. И если вы спросите, Гешла говорит, если вы спросите тех, кто делал, проходил 3-летний ретрит, сколько у них было хороших дней медитации из 1000, они скажут, ну, типа, там, около 6. Но у них не было бы этих 6, если бы не было той 1000. Можно мне, пожалуйста, мою кофточку? Мне очень холодно. Спасибо. Спасибо, спасибо. Не, нормально, 22 еще. Не, все хорошо, с кофтой, спасибо. Итак, это была уже вторая медитация. Первая про капли, это вторая. Сейчас мы на третьей медитации. На самом деле мы здесь так тык-тык-тык-тык, достаточно быстренько идем. Третья медитация. Субудти только что сказал. О, победитель. Вот это когда? О, победитель. Субудти сказал, это из сутры слова. Так что, ну, типа там, слушайте, прикольно. О, победитель. Любое живое существо, которое может правильно думать о сутре, которое... о сутре, которую ты только что преподал. Оно самое чудесное из высших, это существо. И почему это так? Потому что, о победитель, это эти правильные мысли, это то, что никогда не могло существовать. И это именно то, почему те, кто ушли, говорили о верном размышлении или думании, или о том, что мы называем верное размышление. Это сутра алмазного огранчика. Сейчас была цитата. Да. Еще раз. Субудти говорит. О, победитель. Любое живое существо, которое может правильно думать о сутре, которую ты только что преподал. Оно самое чудесное из высших. И почему это так? То есть оно круче, чем вот самые классные. Почему это так? Потому что, о победитель,
Это эти правильные мысли, это то, что никогда не могло существовать. И это именно то, почему те, кто ушли, говорили о верном размышлении или о том, что мы называем верное размышление. Вот. Здесь Гешла еще говорит о том, что нужно думать о картинках и запоминать картинки, которых вы даже сейчас не видите, но потом запомните. И в этих картинках заложена самая главная идея, ну, как вы уже поняли по предыдущим двум частям. И вам нужно просто смотреть на картинку и вспоминать, о чем это было. И вы так легче вам будет запомнить. Ну, тут у меня шутки про картинки, а вы их не видите. Картинку пиши, просто картинка будет выложена, хотя бы помнишь, как Что там такой чувак, он думает, и он выглядит как Киану Ривз. Вот. Это третий? Да. Я прошу прощения, только что о какой картинке мы говорили? Сейчас была вторая картинка, когда мы говорили о том, какие мы классные. Это была вторая картинка. И о том, сколько частей мы запомнили. Вот еще раз. Вторая картинка о том, сколько частей из Diamond Cutters, из Сутры алмазного огранщика мы запомнили. Мы думаем о том, о чем это, о пустоте ли это и почему это о пустоте. И потом мы приходим к размышлению, вот оно. Потом мы приходим к размышлению, какие мы классные, что у нас есть такая возможность это сейчас иметь и читать. Это вторая картинка. Покажи вторую картинку. А вот слезы, слезы Арии, вторая картинка как раз. Какая там картинка? Слеза. Да. Слеза Арии. Можешь вверх? А, это... Марин показывает. Это ты делаешь? Нет? Кто это делает? Спасибо тому, кто это делает. Да, вторая. А можно еще нам наверх? На первую, пожалуйста. Отлично. Вот, первая у нас была про завтрак. И про завтрак и рождение Вселенной, что они абсолютно равны. Вторая была про слезы Арии. И про то, что это вся... Вот Субути говорит, типа, Будда, это сутра, она такая крутая, она только о пустоте. И мы думаем о том, мы вспоминаем части и думаем, почему это о пустоте, что здесь о пустоте, все ли здесь о пустоте. И третья картинка — это вот Киану Ривз. У меня падает солнце. Ну ладно. И здесь вот это то, что сказал Субути, то, что звучит не очень однозначно. И вот этот парень, человек, который думает, и он думает о своем понимании пустоты. Я не могу так, друзья, мне нужно подвинуться. Извините. Все, да, спасибо. Цветочек, цветочек. А верни на меня. Извините, у нас произошло. Переезд произошел. Так вот, пока меня не видно, я буду говорить. Вот, думающий человек, парень, он думает о своем понимании пустоты. Помогите кто-нибудь, помогите, помогите. Он думает о том, сколько понимания у него есть. И, ну, типа там, насколько он понимает? На 90%, на 80% или на 10%? И о том, что его понимание
что его понимание пустоты также чего? Пусто. Он думает о том, что его понимание того, что он понимает пустоту, также пусто. Потому что его понимание, что он понимает больше и больше и больше, потому что он делился этим с другими. И это та цена еще большего понимания. Опять Гершлаг здесь упоминает о том, что не мешайте людям со своим буддизмом. Если они не хотят вас слушать, не нужно втирать им в уши, что как нужно жить. Это не помогает. И это не сажает семена для вашего понимания. Это сажает семена, чтобы вам кто-то втирал, когда вы не хотите этого. Но если у кого-то есть проблема с мужем, не нужно, вам не нужно называть это буддизмом. Вам не нужно вот ставить себе трон, цанкапу вешать и начинать говорить. А вам, ну, нужно как-то просто так вскользь упомянуть, что я вот видел, ты там на детей кричала своих несколько дней назад. Может быть, какая-то связь в этом есть, не знаю. Может быть, мне так кажется, ничего не знаю. И когда вы делитесь с людьми мудростью, особенно таким дружелюбным способом, с теми людьми, которые вам доверяют, то это создаст семена, чтобы вы понимали больше. Именно тем, что вы делитесь, а не втираете. Нормально у меня камера видит? И вот эта картинка, она про вот этого парня, который понимает свое понимание. Понимает, откуда его понимание происходит. И Камалашила, мастер Камалашила говорит здесь, когда... Это классная идея, послушайте. Когда мы не понимаем, откуда происходит мое понимание, то что происходит? И он сам отвечает, привязанность. То есть... Когда вы идете чуть глубже, когда вы больше изучаете, и вот уже аж на третьем Камалашиле сидите, то ваше понимание вот этой привязанности, оно становится глубже. Что такое привязанность? Большинство думает, что буддисты — это те люди, которые не должны наслаждаться жизнью, которые должны, не должны иметь хороший дом и машину, и, я не знаю, красивую сумку, и что они должны просто вот по своему выбору несчастны и обездолены, и сидеть в пещере и медитировать. Но это как-то не очень про буддизм на самом деле, потому что основная идея буддизма — это наслаждаться. И буддист — это на самом деле тот человек, который наслаждается больше остальных. Потому что он что-то понимает. Кстати, на санскрите название тела Будды в его собственном раю, это самбога кая, что означает тело наслаждения. Это рай, в котором вот цанкапа. То есть он не сидит, я не знаю, на каменном полу, в пещере, видите? У него там вот все, в принципе, классно на этой картинке. Он там в красивой одежде, и лицо у него такое, что ему все нравится. Он там не страдает, но это заметно. Должен ли отдавать все свои деньги бедным? Ну, отдавайте много, если вы хотите, чтобы вам возвращалось много. Но оставьте себе что-то и идите купите себе, я не знаю, красивую одежду. И сделайте так, чтобы вы тоже были счастливы. Потому что если вы будете несчастны и учить всех, как вот надо жить, ну, как бы, я бы не послушала такого человека. Не знаю, как вы. Так вот, вы должны быть счастливы, говорит Гешла. Да, это третья медитация. Высшее определение привязанности — это когда вы думаете, что это не пришло от того, что вы делились.
Когда вы хотите вот схватить себе эту шоколадку, и когда вы на самом деле не понимаете, что она у вас только потому, что вы ее давали. И если вы сейчас ее не отдадите, то тогда вы ее потеряете. А мы думаем наоборот, что если мы сейчас отдадим, то мы ее потеряем. Но это не так. Как понять, есть ли у вас привязанность? Ну, если вы думаете, что вот ваша поездка на море, она происходит сама по себе. Что значит сама по себе? Не из того, что я помогала другим ездить на море или отдыхать, или сидела с их детьми, что для кого-то уже большой отдых. Если вы думаете, что не думаете, что она произошла из того, что вы делились чем-то хорошим, тогда это, да, привязанность. Но если вы понимаете, откуда она происходит, то вы ее не расходуете, то у вас есть деньги на карте, и вы их не тратите вот просто так. Вы, наоборот, создаете себе больше. И только в этом случае вы можете действительно этим наслаждаться. Что означает свинья и петух в середине колеса жизни? Это вопрос. Угу. Свинья — это неправильное понимание, откуда происходят красивые вещи в магазине. А курица или петух, она хочет покупать, ну, с курицей как-то нагляднее, она хочет покупать красивые вещи в магазине и думает, что может найти красивые вещи, не делясь при этом раньше красивыми вещами. То есть она такая пойдет в магазин и купит. Вот. А свинья — это сама идея того, что вещи, красивые вещи не происходят из того, что вы делились красивыми вещами. А курица — это вот когда вы женщина, уважаю Гиш Майкл за это, и вы идете в магазин, и у вас есть деньги, и вы ходите 3 часа, и вы не можете ничего найти. Но это такая ведь правда, да? Когда вы правда ходите 3 часа, и ничего не садится, все какое-то страшное, все какое-то, я не знаю, не такое. Хотя вот все, казалось бы, есть и время, есть и деньги, возможность пойти. Нет. А потом кто-то вас зовет на чашку кофе, и вы такие, ну ладно, типа, пойдем. И вы проходите мимо магазина, и видите там 3 красивые вещи, покупаете их за 5 минут. Ну, это реальная жизнь, правда? И в этом есть пустота магазина, что... Вы тратите в первом случае 3 часа и столько, казалось бы, усилий, но что-то ничего не получаете. И вы змея, в смысле, которая в колесе жизни, если вы начинаете злиться, что ничего не нашли в магазине. Тут Гешла дает краткие как бы руководства для мужчин, как нужно ходить в магазины с женщиной. Я вам расскажу. Сначала нужно выпить 2 кофе и надеть удобную обувь. Потом, когда вы уже... Это до выхода. Потом вы уже пришли в магазин, ну, в смысле, в торговый центр, и нужно съесть что-то очень сладкое, там, типа, булка, вот это, синнабон или что-то такое. Прямо, чтобы было сахара очень много, чтобы сахар, значит, у вас такой... В магазине нужно найти какой-то стул или место, где можно сесть. Кстати, они, ну, они же там не ставят обычные, но где-то надо найти. И начать медитировать. По крайней мере, не потратите время зря, пока ваша женщина выбирает вещи, которые она не может, не смогла бы найти. Она же не даст медитировать, она будет дергать, смотри на меня. Ну, подальше сядь. Он подходит мне или нет? Вот, и вы, значит, медитируете, пока эта женщина выбирает, ваша женщина выбирает вещи, которые она не смогла бы найти в случае, если она не делилась ими раньше. Вот. И в этом случае желание это неправильное понимание собственного понимания. Когда вы хотите иметь вот эту, ну, вот эту привязанность, когда вы хотите это взять, несмотря, ну, не понимая, откуда это на самом деле происходит. Да, и здесь я шла еще, возвращается к тому, что не нужно ходить в плохой одежде и делать вид, что вы счастливы, и у вас все нормально с этой большой дыркой на штанах, и как бы вы же буддист. Ну, то есть почему бы не выглядеть хорошо?
Почему бы не... Ну, это людям другим нравится, правда? Почему бы не делать такое подношение? Да. Вы как? Отлично. Цельга отлично, а вы? Все время, чтобы как-то... Нет, я про перерыв. А, про это? Тогда давайте сделаем. Тогда плохо. Хорошо. Да, давайте сделаем перерыв. Сколько? 10 минут. Чего тебе? Еще воды. Я тебе принесу. Теплая. Теплая. Ну, воды сюда будет просто теплая. Хорошо. Мы продолжим без тебя. Итак. Мы остановились на красивой одежде. В сутре алмазного огранщика говорится про привязанность все-таки. Кстати, Марина, а что там вопросы? Нет? Нет? Очень хорошо. Так вот, привязанность означает, что вы думаете, что вещи происходят просто, ну, типа, вот, сами по себе, благодаря удаче или так вот случилось. Повезло. Да, повезло, ну, вот, судьба такая у меня, удачливая. Ну, вот, когда вы, любой из этих вариантов, но когда вы думаете, что они не происходят того, что вы делились, или вы не думаете об этом вообще. Но если вы будете понимать это правильно, то у вас не будет привязанности. Ну, это понятно, да, почему? И не будет также ненависти и гнева. В том смысле, что змеи. И да, и не будет свиньи, змеи или курицы. Никого у вас не будет. Еще одна вещь, которая произойдет, если вы поймете, что ваше понимание происходит из того, что вы делились мудростью, учением, это также подразумевает, что вы понимаете, что вы можете потерять свое понимание. Многие люди приезжают в Diamond Mountain, там на ретритах, ну вот Ламрим, там, ну, 100 человек. Октябрьский сейчас будет самый такой большой, и большинство людей на него приезжает, то есть даже больше 100. И это 27-й будет, если не ошибаюсь, или 28-й Ламрим. Ну, то есть их много уже было. И они проходят не только там, но еще по всему миру. Вот Мексика, например. И люди, есть люди, которые уже очень долгое время с Гешмайком. Есть те, которые 20 лет. И также есть те, которые приезжали, ну, лет 5 приезжали, 7 приезжали, иногда больше, а потом просто перестали. И, ну, в общем, это можно потерять. И было много учеников, Гетш Майкл об этом говорит, что у него было много учеников, кто просто исчезли через какое-то время. И чем-то другим теперь занимаются, ну, не знаю, чего там. Лепят из глины, я не знаю что. То есть что-то для них стало важнее. И Геш Майкл говорит, что позже, через какое-то время, он от них получит письмо, когда у них будет рак. И он говорит, что я получаю много таких писем, ну, как-то, имейлов в день, что, ну, помоги, у меня рак, что мне делать? И он говорит, а где ты был последние 10 ретритов? Ну, почему ты перестал ездить, что ты делал? Он говорит, ну, типа, я был занят, ну, как бы, окей, сейчас я уже не могу тебе помочь. Нужно было тогда это делать, тогда это сажать. Потому что уже слишком поздно. И просто подумайте об этом, о том, как легко это можно потерять. И смысл этой секции здесь в том, что вы можете также потерять свое понимание. И потому что ваша вера, спасибо, как и любовь, происходит из вашей кармы. Шутка. Вы можете израсходовать ее, если не будете делиться. И это как бы не происходит так, типа, знаете, хопа, и произошло, как, не знаю, выросли рога или что-то, какое-то волшебство случилось. Просто как-то вам кажется,
Пожалуй, я вот это занятие в эту субботу пропущу и приду на следующее, точно. И это то, как это начинается. Как начинается болезнь. Просто потому, что вы израсходовали семена. И это очень дорого. Это реально очень-очень дорогая карма. То, что говорится также в этой секции, вообще с чего мы начали, типа work hard, работайте усердно. Вы не можете остановиться вдруг и сказать, ну типа все, теперь я понял пустоту, мне теперь больше не нужно читать с утра мазного гранчика, я пойду посмотрю телевизор или не знаю чего-нибудь. Вам всегда нужно пополнять свою карту, всегда продолжать делиться этим, потому что это постоянный процесс, и если вы где-то остановитесь, то это как спираль. Она пойдет вниз, она не пойдет вверх, если вы вдруг перестанете этим делиться. Мы подошли с Дэниелом, который мой бойфренд, к Геш Майклу, в общем, по одному из вопросов в Мексике, и Дэниел такой начинает говорить, вот, Геш Майкл, я, может быть, не очень хороший студент, там всякое такое. Геш Майкл говорит, ну, по крайней мере, ты еще со мной. По крайней мере, ты еще учишься у меня. Так вот. Вам нужно продолжать делиться. И еще что Камалашила, мастер Камалашила здесь говорит, что неправильное понимание вещей создает клеши, что означает негативные эмоции. Непонимание, откуда происходит муж, становится полем для чувства гнева на своего мужа. Туда очень легко посеять всякую бяку. Но также будьте осторожны, потому что противоположное может случиться. И гордость от того, что вы так круто понимаете пустоту, также может создать негативные эмоции. И он кричит на вас, а вы такие говорите, я знаю, что ты, козел, из меня исходишь, иди нафиг. Вот, и это тоже как-то не очень правильно, согласитесь. Вот, причем, ну, так случается, если вы уже практиковали какое-то время. В общем, будьте осторожны, ни туда и ни сюда, это срединный путь. Клеши, как говорит Геш Майкл, это как свинья в масле. Она бегает, масло намазано, вам трудно ее поймать. Вот. Медитация 4. Следующая. И здесь немножко сутры. Суббути говорит, «О победитель, тот факт, что я ощущаю это, что я верю в эту сутру, это, ну, типа, не очень удивительно, небольшой сюрприз. Но когда я думаю о будущем, о последних 500 летах, годах, твоих учений, 500 лет, последние 500 лет учений Будды, это такие как бы скобочки, это то, что происходит сейчас. То, что началось в 2000 году примерно, и мы сейчас в них находимся. Это последний главный период буддизма в этом мире, и потом буддизм умрет, согласно Будде, это сказал Будда. Так вот, Суббути говорит, когда я думаю о людях, которые появятся в последние годы учений буддизма в этом мире, когда я думаю о них, о том, что они в это также верят, типа, они такие крутые, они круче, чем самое крутое, это цитата, если что, я даже не могу представить это, когда целый мир умирает, когда все, ну, как бы сгорает, эти люди едут в худшую пустыню в мире, чтобы учиться алмазной мудрости. Они такие крутые. Они летят в Аризону, чтобы сгореть на солнце, чтобы вдыхать эту пыль, чтобы жить, ну, не очень приятных условиях. Они крутые. И это Суббути говорит о нас. Нет, в смысле, Суббути говорит о нас, там, сколько тысяч лет назад? Часто такое, частое чувство буддистов.
Ну ладно. Хорошо. Частое чувство буддистов в том, что им нравится чувствовать себя виноватыми. Типа, вот я тут подумал одну плохую мысль, и я плохой человек. Ну, бывает такое, что вот очень сильно вы уходите в то, как вы что-то неправильно делаете. Но после того, как вы читаете вот эту часть сутры, вы так больше не можете говорить. Вы на самом деле особенные. Очень. И вот эта картинка следующая. Я вам его покажу. Ладно. Вот. Не знаю, видно вам? Да, это Чичен Итса. Политический и культурный центр майя на севере полуострова Юкатан в Мексике. Священный город народа Итса. Расположен в 120 километрах к востоку от города Мерида. И в 2007 году был признан одним из новых семи чудес света. Вот. Да, почему здесь эта картинка? Чудо света. Мексиканская. Потому что это вы, Чичен Итса. Так и запишите себе. Одно из чудес света. То есть есть там чего? Вавилон, Зевс в Олимпе, Колос Родосский и вы. Ну, вот рядом примерно. Прям вот запишите, я классный. Это как Джеймс Блант пел, типа, I'm so cool, I can kiss myself. Я такой классный, я себя сейчас поцелую. И делайте эту медитацию. Гиша Майкл говорит здесь, что делайте эту медитацию. Вы люди, которые забываете делать кофе-медитацию. Вы трехшаговые. Делайте эту медитацию, вы, потому что типа буддист таким, чего я буду гордиться, там не буду, это так фу. Нет, потому что если вы не можете ценить себя, то ну как вы на самом деле можете ценить других людей? Вряд ли это получится. И иногда медитируйте о том, какой я, черт возьми, везунчик. Как мне повезло, какой я классный, что вы дошли в Баджаранг в субботу утром к 8:30 утра. Ну это же вообще. И что такое Баджаранг? Это, помните, мы говорили об этом, это самое священное место. Это место, где говорят о сутре алмазного гранчика. И помните, что если кто-то в этом месте понимает не только слова, но и смысл, то это место становится священным. Так вот, священное место Баджаранг рядом с торговым центром Оливье. Это самое крутое место, и вы сюда пришли. Подумайте о тех вещах, которые вы сделали для дармы в этой медитации. Что вы сделали, ну, вот, алтарь там украсили, поставили вот эти чаши с водой, налили, пришли пораньше, чтобы разложить коврики, или помогаете организовывать занятия по комментариям мастера Камалашилы. Подумайте о том, что вот промотайте это кино, или что даже, например, что вы что-то выучили, что вы что-то поняли из дармы. Промотайте это кино о том, что вы сделали за, вот, ну, за всю свою жизнь, для дармы, и порадуйтесь этому. Ну, то есть вы могли бы уже, слушайте, могли бы на шопинг сходить, или могли бы там, я не знаю, кино, или поспать в конце концов в субботу утром. Вот. Но вы здесь. И вы сделали уже к этому моменту много хороших вещей. У меня отрезана голова. И будьте счастливы, что вы это сделали. И цените себя за это. И вы классные. Так. Вот. Следующая медитация. Пятая. Да, да, пятая. Здесь она такая простая для кого-то. Главный смысл в следующей секции «Сутры алмазного гранчика»
то, что только у Будды есть способность видеть все вещи и их пустоту одновременно. То есть в одно и то же время, когда он смотрит на какую-то вещь, он видит, откуда она происходит. То есть что он сделал для того, чтобы иметь этот компьютер. Он, наверное, кому-то там давал что-то, компьютер или что-то такое, помогал раньше. И он видит в этот момент, когда он только смотрит на этот компьютер, почему он у него есть, как он у него есть. И вот эта следующая медитация, которая здесь у нас... Марина, ты можешь показать, Витя? Картинка, вот где звездное небо, и человек смотрит. Иногда, когда вы выходите на улицу, и когда в Москве видно звезды, или когда вы выезжаете за город, и видно звезды, в общем, смотрите на них и думайте о том, что это я их создал. И на некоторых из них, говорит Гешла, есть люди. И я создала это. И я вам говорила уже на прошлый раз, по-моему, что в Diamond Mountain это вообще очень красиво, и там Млечный Путь, и там все вот как будто такое выпуклое огромное небо, и вот оно над тобой, и каждая маленькая звездочка видна. И позвольте своему сознанию пойти туда, вот как бы расшириться. Особенно, когда у вас лунг, или когда у вас какое-то омрачение, когда вам тяжело. Просто смотрите на эти звезды. И когда у вас какое-то омрачение, и вас кто-то достает, типа, откуда это происходит, откуда это происходит? А ты ему такой, помолчи. Когда вы не готовы к какой-то глубокой мудрости в момент омрачения. И когда вот просто ощущение, что жизнь как-то полна стресса, просто отпустите это и пойдите, посмотрите на звезды, используйте небо. И просто наслаждайтесь, и просто читайте мантры. И просто думайте о том, откуда это происходит, и кто создал это. Гешла говорит, что иногда вы хорошо практикуете, просто когда отдыхаете. Вот. И это также, на самом деле, не только про звезды, это про закаты, про какие-то красивые просто природные события, на что приятно смотреть. Но главное, вам нужно думать, что вы это создали. Такие вот дела. Далее, сутра. И когда Субудзи произнес эти слова, победитель сказал младшему монаху Субудзи следующее. «О Субудзи, таким образом, любое живое существо, кто услышит объяснение этой сутры, и кто не испугается, он классный. Любой, кто может слушать эту сутру и не пугается, он, в общем, крутой». Про что это? Это следующая картинка. Шестая. Вот там, покажи, пожалуйста, тоже, Марин. Там есть вот такая вот женщина. Вот такая вот она. Не буду говорить, какая. Это о том, что иногда это немножко страшно. Когда вы смотрите на звезды, и вы понимаете, что это все исходит из вас. И когда вы понимаете, что вы создали все, и не только эти звезды, но и всю историю, все события 2000 лет назад, и все, что вы видите вокруг, и вашего кричащего босса, и все, абсолютно все. Это может немножко пугать, если вы об этом задумаетесь. Потому что проще думать, что ничего нет. Или что-то типа там «мир у вас в голове». Но существуют ли звезды в моем сознании? Это вопрос. Существуют ли звезды в моем сознании? Да, существуют, хорошо. Существуют ли они снаружи? Да. Да, совершенно верно. Отвечайте на оба вопроса «да». Реальны ли они? Да. Да. Нужен ли космический корабль, чтобы долететь до них? Да. И существуют ли они через миллионы миль? Да. Не все в вашем сознании, не в смысле, что все вот здесь. Ваше сознание — это то, что создало их снаружи.
В школе сватантрики есть разделение пустоты людей и пустоты вещей. В высшей школе этого нет. Нет разделения качества пустоты. Но поскольку Камалшила здесь объясняет через сватантрику, он будет говорить об этой части, что сложно зайти за пустоту себя и надеть ее на все вокруг. Сейчас вы поймете. Потому что это чувствуется некомфортно. Можно понять пустоту понимания Арины. Вот она что-то понимает, и это пусто. Потому что это происходит из того, что я вот сейчас вот делюсь. И так я сажаю в себе новое понимание пустоты. Правильно? Правильно. Угу. Но то, что мир пуст, то, что комната пуста, то, что вот этот стол, на котором я сижу, трон, извините, он пуст, это немного странно. Ну, потому что как я на нем сижу тогда? Это, знаете, как думать о том, как вы дышите, и вы забываете, как дышать. Вот это из этой серии. И Камалшила говорит, что если вы понимаете, что все вокруг вас пусто, вы также можете дойти до себя самого, что не только мое понимание пусто, но типа меня нет. Вот. То есть мое понимание, оно происходит из того, что я делюсь мудростью, пониманием, своим учением. Окей, поняли. Но если мы говорим, что стол пуст, или компьютер пуст, или мой телефон, где он, пуст, интернет пуст, и эти люди там пусты, и эти, то значит и я пуста. И это может пугать. Так вот вопрос, вот эта женщина на картинке, она там испугана? Она восторгана. Нет. Она такая типа ха-ха. Она поняла, потому что если я пуста, это означает, что я могу изменить будущее. Страшно? Нет. Это круто, это весело. Это значит, что у меня может быть идеальный брак, у меня может быть идеальный дом, у меня может быть идеальная медитация навсегда. Я могу иметь это всегда, я могу помочь всему миру. Почему? Потому что я пуста, и только поэтому. Потому что я пуста, и потому что вещи пусты. Она это поняла, и вот она вот такая. Йоу. Будда говорит, что люди, которые не понимают пустоту, они могут быть напуганы. Типа, я пуста, меня здесь нет, как я могу очистить себе зубы? И они такие, типа, блин. Нет, это не так. Я пуста, и это круто, и поэтому это круто, потому что я могу изменить все. И тогда, пожалуй, следующий год будет самым крутым годом в моей жизни. Ну, потому что я теперь знаю, что делать. И еще так же, что... То есть не будьте, не радуйтесь слишком. Потому что вещи пусты, все так же может пойти плохо в любой момент, правда? Потому что если все происходит сейчас из моей кармы, то моя рука может стать лапой в следующую секунду. И если бы это исходило вот так вот, наверное, это заняло бы какое-то время. Но поскольку это исходит так, это может просто вот следующую секунду, следующий мой вдох. И вы можете загавкать сегодня до того, как солнце зайдет. Это страшно. Может быть страшно, что плохие вещи могут случиться. То, что вы едете домой, вы наконец-то поняли чего-то из сутры алмазного гранчика, и вдруг бах, грузовик, и все. И до свидания, следующая жизнь, и вы там где-то в звездах. Звезды, кто их создал? Вот. То есть, если все происходит из меня, то моя жизнь может измениться в следующую минуту. Но противоположное тоже правда. И любая проблема, которая есть у вас сейчас, она может стать чем-то хорошим, я не знаю, на следующей неделе или в следующую секунду. И не фокусируйтесь на плохом, что может случиться, ну просто потому, что это как-то бессмысленно. Это не дает вам никакого ресурса. Потому что вот то, что дает вам ресурс, это то, что вы можете создать все, что угодно. И вы можете создать розового двухголового слона, если вы очень захотите. Я задумалась об этом сегодня.
Потому что если вы создали планеты, если вы создали звезды, если создали все, что происходило в истории, не знаю, 2000 лет назад, то, наверное, вы можете сделать так, чтобы ваш босс улыбался. Это, наверное, очень сложно, но можно постараться. И это то, что должно вас радовать в этом. Потому что если бы вещи не были бы пусты, то тогда бы у вас была бы проблема. Тогда это было бы сложно и вообще непонятно, как жить. Ну так все классно. Вот. Я все. Есть ли вопросы? То есть ты вообще один во Вселенной, да? Несознательно. Такое ощущение, ты плывешь во Вселенной. Света говорит, то есть ты вообще один во Вселенной. Нет, Свет, есть я. Привет. Это какой? Я. Да-да, есть. Кстати, я думала об этом, и там действительно я чувствую одиночество во всем этом. Не знаю, какой есть. Нет, оттенок. Есть одиночество. Сулейхан, посмотри, нас здесь 7 человек. Вот. Ты чувствуешь себя одинок, когда в комнате 7 человек? И что? Это не значит, что мы нереальны, это не значит, что у нас нет, не значит, что ты не можешь нас там потрогать, ущипнуть, поговорить с нами. Правда? В том плане я имею в виду, что вот где сидит создатель, вот он я. Вот где сидит создатель, это да. Создатель. Есть ли в чате что-нибудь? В общем, они работают, да, даже если... Почему у меня горит 21? Непроецирующее существо, которое создаешь проекции. А вы мои проекции. Ну, нет. Ну, мы не просто проекции, мы также проецирующие существа, которые создаем свои проекции. Это нет одиночества. Вообще нисколько. Потому что все существа, которых ты спроецировала, они реальны. Они существуют. Если не веришь, подойди, я тебя усомню. Но, то есть, если они работают, значит, они существуют. Если ты можешь с ними взаимодействовать, значит, они существуют. Но причина их в том, что ты делала раньше другие. Это не, здесь нет противоречий. Как же они существуют, и они пустые? Как же они существуют, и они пусты, говорят тут. Да. Как же существуют пустые вещи? Да. Так же, как и анальгин существует пустым. Ты спроецировала, ты создал анальгин. Угу. Ты создал меня. Ты создал проецирующее существо, я проецирую тебя, ты проецируешь меня, все в порядке. Ты моя проекция, я твоя проекция, но я существую. Но мы вместе. Пустота — это не существует. Пустота — это качество. Да. Пустота — это качество отсутствия того, что ты думаешь, там есть существо. Да. Да, а то есть пустота — это не о том, что, типа, ничего нет. Вот в этом ошибка. И так как бы звучит, наверное, из-за языка, я не знаю. Но пустота здесь не в этом смысле. Не то, что, типа, там ничего нет. Не значит, что я одна и нет больше никого. Ну, это стрёмно, но это не так. Наше сознание, типа, пустота, значит, ничего нет. Да. Это значит, что они сами по себе не существуют. Это значит, что то, как ты думал, они существуют, они так не существуют. И вот это отсутствие, вот именно вот то. Я думал, что эта таблетка, у нее есть качество мне помогать, но там этого качества нет. И вот это отсутствие, это пустота. Я думал, что в этой комнате ничего нету, ничего. А тут, оказывается, тут сидят, да еще то, чего мы не видим, сидит. Ну да, слово «пустота», пустота она может быть. Да то, чего мы носили. Пустота — это отсутствие того, что я думал, там есть. А его там нет. Не может. Никогда не было и никогда не будет. Никогда, да. Никогда, да. Но это не значит, что там, что я одна. Вообще не рада. Здесь нет противоречий. Если... У меня нужно... А я, например, никогда по своему сравнению не думала. Чуть я вообще должна о нем думать. Теперь я не думаю. Вот теперь называется бездумная Россия. Для меня вообще не так. Ты думала о втором муже? Я не о втором муже. Для меня пустота. Вот я как понимаю, это вот белая икра, и вот с меня выпрыгивают эти семечки, вот я вот по очереди вот вижу то. Вот для меня вот так. А есть ли там одиночество? Нет. Я имею здесь одиночество, слово как
вот создатель здесь сидит всего. Да. Вот. То есть я один все это создаю. Вот ты проектор, даю... который это транслируешь на этот экран. Да, да, да. Не в плане, что я одна. Вот, вот это вот что я. Вот создатель сидит, оказывается. Где. Ну да. Ты проектор, и там в этом проекторе еще что-то крутит. Вот это сознание крутит. Поток сознания крутит этот проект. Вопросы? Ты не создатель? Кто изучал, смотрел в Мексике, по-моему, оттуда пошел. Ваджа-Гиня. Это кто? Ваджа-Гиня. Я почему-то слушала, и теперь она меня крутится, вообще не знаю. Как розовый слон. Да. Ну, даже чаще, наверное. Кто это? Очень хорошо. Ваджа-Гиня – это Будда. И помнишь, мы говорили об этом в прошлый раз? Что как бы самый высший Будда — это женщина. Ваджа-Гиня — это та самая женщина Будда. Такой вопрос. Леди Нибума — это не одно и то же лицо? Ваджа-Гиня? Я не знаю. Ну, как бы вообще нет, но я не знаю. То есть как бы мы знаем, что Будда может воплотиться и тем, и тем, и тем. Поэтому не могу сказать. Просветлюсь, скажу. Хорошо. Как это Ваджа-Гиня? Ваджа-Гиня. Йогини. Давай, Тамар. Фуки джокшин меток трам, дыра плиншин индек инпади, санге ду никте улваги, дроку нам дак шин ладжу паршу, там гуру ратна мандала камни ятаями, ди тевокун, Сонам еще цок-цокши, Сонам еще лечун вей, Дампаку нито паршу.